Ребята, пошли гулять в Парк Победы. Сейчас посмотрим на пруд. Говорят, что там настоящий каток, катаются сотни людей. Я думаю, что это небезопасно. Сразу говорю, я бы на катке так никогда не каталась и вам не рекомендую. А здесь через дорогу от Парка Победы есть каток платный. Там катается очень много людей, несмотря на то, что сейчас на улице где-то минус 5. И локация очень-очень красивая. Посмотрите. Риш, как настроение? Как настроение, гуляем с друзьями. Ребят, сегодня у нас молодой месяц. Обратите внимание, загадывайте желание. Крутитесь вокруг вот так вот раз, на правую сторону. Крутитесь, крутитесь и загадывайте желание. Так, тут настоящий каток. Правда, людей очень-очень много. Все катаются. Я бы ни за какие деньги в мире бы не вышла на этот лед. Кто готов увидеть эту красоту? Ребят, подсветка на миллион. Обалдеть! Так, у меня вопрос, а где все уточки и лебеди? Можно попрыгать? Можно попрыгать? Да-да, танцы, танцы, типа танцуем, да, пингвинчики! Давайте, давайте снежки лепить! Снегоход, снеголеп. Вот так одесситы проводят вечера. Вот такой бесплатный каток тут. Но я вам хочу сказать, что мы прошлись, получается, с той стороны. Вот с той стороны там уже потаяло. По краю там полностью все потаяло. То есть, как бы, так скажем, пруд один, да, но... Поэтому я не представляю, как они не боятся тут кататься, честно, не знаю. Это видео! Это видео!